прошло уж столько лет, а я вспоминаю внезапный тот летсплей. Вы зачем подсказали мне? Нет, посоветовали мне. Тот оф в ночной тишине. Вы зачем предложили мне тот оф в ночной тишине? Ладно, все. Как дела там, все такое? Сегодня я не буду так делать. Хей, как дела? Не знаю почему. Но мы продолжаем играть в Home. Так, что у нас тут было? Я давно уже не играла. Сегодня пятница, записываю в пятницу, как вы можете заметить. Все вовремя, все как и должно быть. Я не отлыниваю от off, home, блин. Off, home, home, off. Да. Подписчики растут, это очень приятно. Это очень круто. Ну, потому что, видите, я стала делать каждый день ролики, так что... Это, в общем... От этого и зависит подписчики новые. То есть, чем больше ты делаешь, тем больше отдача. Вот так вот. Маленький лайфхак. Так, а если мы поплывем в ту сторону? А, в ту сторону никак. Ну, где-то же должны быть цифры нарисованы. Помните, да, в OFF были цифры, поэтому я смогла эту загадку отгадать. А теперь, блин, что мне... Что мне делать? Ладно, чтобы сильно вас не задерживать, я сейчас это за кадром сделаю. А, так это загадка без комбинации. Ну, то есть, тут не нужно цифры там знать. Тут просто нужно понять, в каком порядке нужно нажать, чтобы они все были включенными. Угу. Все, я сделала это. А, классно. В общем, друзья, тут даже особо не нужно никому ничего помогать. Вы это сделаете за одну минуту, я думаю. Может, даже больше. Может, даже... Нет, не больше, а меньше. Короче, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. И это даже легче. Хотя нет, это, наверное, даже немного сложнее, чем когда цифры дают, да, и ты сам. Ну, это и так же сложно, так что вот... Вот так вот. Они стали так быстро драться, что я даже не успеваю там в это время посмотреть, что у меня в ВКонтакте. Ну, ладно, окей, я успею тогда. Королевы Крика вышли уже, знаете, в среду, а я до сих пор не могу их посмотреть, потому что я смотрю это не студия. И... Ну, я надеюсь, что сегодня хотя бы вечером посмотрю. Я ж фанат. Новый сезон американской истории ужасов мне, кстати, нравится. Сначала я была очень скептически настроена на это. Особенно первая серия мне не очень понравилась. Но потом, как-то, не знаю... Как-то даже страшненько стало. Так, надо что-нибудь клевенькое купить для них. Все. Мы закупились. Закупились по полной. Ну, во-первых, я сначала не поняла в американской истории ужасов, кто смотрит. Почему? То есть, типа, да, главные герои рассказывают про свое прошлое, но при этом они выглядят по-другому. Нельзя было загримировать их, что ли, по-другому? Но потом я как-то привыкла уже. Инструкции, как исполнить вальс под кровавую луну. Следуя этим шагам, то есть этапам, видимо, и кардинальные какие-то направления, они только запутают тебя. Так, стрелочка вверх означает идти прямо. Стрелочка назад, ну, в обратную сторону означает идти назад. А, видимо, эти инструкции смогут... Чтобы вы прошли... Эти инструкции помогут вам пройти через этот кровавый вальс, что ли, типа того.
Так. Стрелочка вправо означает идти вправо от твоей стороны, как бы, ну, с твоей стороны именно вправо. Стрелочка влево означает идти влево, опять же, с твоей стороны, ну, как бы, как с твоей стороны, ну, как говорят, типа, с моей стороны идти вправо или не с моей стороны, ну, или, типа, или с твоей стороны, смотрите, господи, ладно, вы поняли, я думаю. О, это же тот самый мой любимый лабиринт. Музыка такая злая. А, что? Не понял. Вроде же правильно было. В другую сторону идти. Нет, ну в эту точно надо идти. А-а-а, со стороны кота, наверное. Да, со стороны кота. Ой, блин, я не туда. Я не туда просто пошла сейчас. Так, кот движется прямо. Кот движется вправо. Кот движется вправо, а вправо это значит вот сюда. Так, кот движется вперед. Да блин, я перепутала. Кот движется не в ту сторону. Ой, нет, не туда. Вот так вот, да, вот так. Так, вот, кот движется сюда, да. Так, кот движется налево, это вот сюда. Стоп, или... Ну... А, нет, блин, черт, подловили просто, заразы. Так, кот движется сюда. Почему я так странно называю его? Кот движется сюда, кот движется сюда. Так, кот движется вот сюда, да? Да. Так, теперь кот движется. Нам нужно идти налево, это его право, значит нам сюда. Угу. Кот движется вниз. То есть это назад надо идти, да? Да. Кот движется вперед. Кот движется вперед. Кот, двигайся вперед, пожалуйста. Так, и кот движется направо. Направо это вот сюда. Еее! Я умная. Так, мы нашли Джокера. Доминика Джокера. Вот он прям поместился сюда. Я не знаю почему, но часто мои сестры прикалываются, что мне нравится Доминик Джокер, но это не так. А может быть так? Может это моя тайная любовь? Я не знаю, откуда пошел этот прикол. Почему, когда я начинаю какое-то слово говорить, говорю, мне нравится, и мне говорят Доминик Джокер, и я тоже начинаю ржать, потому что я не знаю, почему им кажется, что мне нравится Доминик Джокер. На самом деле, знаете, у меня такие плакаты с Домиником Джокером сейчас дома. Нет, это не так. Да, песни у него клевые, но мне многих нравятся песни. Так. Но постер находится далеко, и поэтому я не могу прочитать, что на нем написано. До того, как придешь к концу, повернись назад. До того, как пройдешь последний шаг, там находится спрятанное сокровище. О-о-о! Это вот здесь? Здесь? Нет, не здесь. В смысле, мне возвращаться, что ли? Не, я туда не вернусь. Я туда не вернусь, ребята. Может быть, надо где-то в другом месте. Если я его пропущу, это сокровище, то вы мне скажите потом. Типа, ты пропустила сокровище. Мы тебя ненавидим за это. Опять кто-то со светом балуется. Так, может быть, здесь где-нибудь? Не. Так, вот где-то здесь, наверное. Сокровище. Дайте мне сокровище. Give me сокровище. Воу. Воу-воу-воу. Радиоактив. Ладно. Да блин, ребят, нет тут никакого сокровища, нас обманули. Идем, все, идем, да. О, Дедан. Мономия. Коты! C5 коты, да. Вау. А слушайте, что-то он даже тут накачанный. Хотя, какой накачанный? Дрыщ какой-то. Дрыщелюга. От тысячи королевских лиц... У меня сообщение, очень важно. У меня тут дела. А я бегу. А какого черта коты делают в моем офисе?
Фиг его знает. Вы перешли границы дозволенного, будучи стражем этой зоны. Вы провалили свою миссию, и в результате должны будете понести наказание за свои действия. А что он такого сделал? Вы что, сумасшедшие? Я страж зоны 1. Она превратится в ничто без меня. Никто не осмелится бросить мне вызов. Что вы там совсем с ума посходили? У вас вообще есть мозги, коты? Нет у нас мозгов, мы коты революционеры. Слушай, ты металлический страж. Металлический страж? Ну, может, типа жесткий страж. Типа в таком смысле. Этой больной планеты. Ой, не планеты, а Земли. Или ты будешь работать со мной, или я тут начну действовать в полную силу, понял? Я говорю правду, когда я говорю, что эта Земля в опасности. Ты что, думаешь, сильнее меня? Ты что, думаешь, сильнее меня? Тут такой, знаете, разговор. Ты полный ноль, но словно какая-то блоха в шкуре, типа, цепляешься тут. Ну, или как заноза. Мое любимое выражение «занос в заднице». Ты даже не посмеешь тронуть меня. Я могу расцарапать тебе лицо своими коготками. И после этого ты будешь плакаться своей драгоценной королеве. Прям как маленький мальчик такой, типа за юбку, да? Типа. Слушайте, судья прям такой вообще. У нас нет времени здесь сидеть и ругаться, Дедан. Я действительно смогу свергнуть тебя с этой зоной, если мне придется. Покинь эту зону по-хорошему. Тебе здесь не стоит быть, тебе небезопасно здесь быть. Никто не смеет угрожать мне! Используя королеву как мою слабость, я сделаю отличный ковер на мой пол, типа, из тебя, да? Готовься, что твои коготки будут вырваны с мясом. Ну, с меня. Нет! Вы издеваетесь. Пусси! Сейчас ты почувствуешь боль. Ты ужасная киска. Я буду рвать твое лицо, пока не сорву эту жалкую улыбку. Ты будешь сражен, Дедан, гвинепик. Давай поставим на место этого стража. Я, конечно, с радостью, но ты же понимаешь, что с этим могут возникнуть проблемки некоторые. Блин, так не хочется переигрывать, ребята. Ребята, это капец. Так, сейчас, надо подготовиться. Сейчас я выпью водички тут. Эх, соседи засверлили. Знаете, специально, чтобы битва была такая мощная. Но я буду не очень много говорить, поэтому вы не услышите сверлёжку. Так, все, ребят. О май гад, Рэбуль! Ой, что это было? Ду-д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 у. Thank you.
Ой, блин. Зачем я это сделала? Ладно. В смысле он слип? Эй, эй, ты там не спи! Господи Иисус. Так, мне что-то нужно. Блин, он спит. Отлично, просто замечательно, ребят. Это капец. Блин. Ё-моё. Вот, надо ему, чтобы он встал. Вставай, давай. Так, он сейчас сдохнет. Блин, нафига я это использовала? А. Ладно, так, ударяем. Парализовываем. Он так странно, он Алайна не трогает вообще. А, нет, он трогает теперь. Алайн, давай, вдарь ему по полной. И соседи сверлят. Да, давайте, давайте все туз устроим. Все, ребят, мы победили. Мы получили карточку рака. Ну, в общем, я не знаю, что такое Fisable. А, может быть, она больше недоступна тебе? Дедан. Победа больше не та опция, которая тебе доступна. Давай выскажись, поверженный страж. Пабло? Пабло, я так рад видеть тебя. Мой пушистый друг. Серьезно, ты меня знаешь? Что случилось? А почему ты покинул свою зону? Что? Неужели я расшевелил парочку извилин в твоем мозгу? Ты должен немедленно покинуть эту зону. Нет более справедливого решения для меня. Но кто же будет следить за рабочими этой земли? Кто же будет их в строю держать, этих рабочих? Я не могу позволить, чтобы оставить свою зону позади. Я отказываюсь оставлять свою зону позади. Если ты останешься здесь, я больше не могу оставаться здесь с тобой дольше. Я сделаю, что смогу. Ты уверен, что это хорошая идея? Гвинипик, позволь нам откланяться. Ну, уйти. Этот оставленный страж отказывается уходить со своего поста. Может быть, единственное, может быть, нам повезет в зоне 2. Ну да, может быть, да, повезет со стражем той зоны. Да, возможно, он хочет остаться. Да, я хочу сохраниться. Если честно, драка была вообще несложная. О, что, Сенека, что ли? Что такое вообще? А нет, это не Сенека, это что вообще? Толстый кот какой-то.
Он пропал. С разрушительной мощью. Он скрылся с своих глаз. Кто? Кто пропал? Что это за котяра был вообще? Так, вот, тогда это вот эта зона 2, да? Войти в зону 2, войти в зону 2. Монами. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом мы закончим эту серию. Вот видите, мы уже в зоне 2. Игра продолжается. Соседи шумят. Жизнь течет. Нос уже почти дышит. Тоже хорошо. Я чувствую себя намного лучше. Я выздоравливаю. Возможно, в понедельник вообще буду прям вообще, знаете, как огурчик такой. Малосольный. Сериальчики сейчас пойду смотреть, все-таки пятница. Отдыхайте тоже, друзья. Желаю всего хорошего. Да ё-моё. Соседи, можно, пожалуйста, на 5 минут, пожалуйста, на 5 минут. Спасибо. Все, друзья, пока они молчат, я по-быстрому скажу. Всем удачи, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Морская Свинья. Всем удачи, хорошего настроения. И пока.